Всем привет! Я Чень. Сегодня я сам опять рассказываю вам про иероглифы. Ну, сначала я хотел вам рассказывать интересную легенду. Хотите послушать? Легенда про иероглифы Ю. Это дерьмо. Странно, да? Ну что, начинай. Давно, когда у нас было еще 17 сун, тогда Китай воевали с северными других странами, защищали свою территорию, границы. Был очень известный генерал. Его зовут Юэ Фэй. Он очень хорошо воевали, но враги они не могут его победить, поэтому придумали как. Выкупили возле императора советник, чтобы он быстро возвращался в Китай. Именно столица, и чтобы император его убил. Когда Юэ Фэй, генерал, получил от императора приказ, да, и смотрю, сейчас нужно срочно возвращаться к встрече с императором. Он думает, странно, я же хорошо успешный. Ну ладно, раз если император уже говорил, значит, надо возвращаться назад. Поэтому второй день он уже поехали назад. Но вот этот день они едет. Ну, раньше еще не как сейчас, едет машина, едет самолет, быстро добраться, да? Тогда все с лошадкой, лошадь, да? А едет уже поздно, а рядом буря и гора, и негде ночевать. Единственное, видели на гора далеко, а есть какой-то большой храм. Он со своей армией подошел к храму, постучили. Постучили. Открыли двери. Вышел один старый монах с бородой большую. И видели Юэфи, и Юэфи сразу рассказывали, из-за чего, почему он сюда зашел. Монах сказал, хорошо, можно ночевать у нас. И вечером Юэфи с этим монахом очень хорошо общался и подружили. Второй день он уже собирался выходить. И монах вижу, что Юэфэй лицо какое-то странное. Хотел что-то сказать, но и еще перестал, не хотел сказать. Поэтому монаха спрашивает Юэфэй. Амитуфу, генерал Юэ, я вижу, что у вас лицо что-то странное. Что вы хотите сказать меня? А вот это Юэфэй говорит, что я извиняюсь, я вчера приснился очень странный сон, а может быть это просто вот так. Монах подумал, хорошо, расскажи мне, что за сон. Юэфэй говорит, что я приснился сон, я на лошади сам едет, впереди появится два гора. Слева едет большой гора, справа едет большой гора. Но каждый гора есть один собак. Они друг кавкой. Я посередине ходит. Потом я проснулся. Это что значит? Монах закрывал глаза и думает. Он говорит, что а я. Генерал, не надо возвращаться. А Юэфэй ответит, что? Почему не вернулся?
монах говорит: смотри, лева собака, это собака, домашнее животное, ключ. А право собака, это чуан, тоже иероглифы ключ. Вы посередине, да? Они друг друг гавкают. Это получается, это язык ключ. А вместе соединять, это ю, иероглифы дерьмо. Я завидовать вам не нужно, возвращается. Ай, генерал Юфи, он не слушает, он думает ничего, он говорит, что ай, нет, ничего, это просто сон. Спасибо, мастер, но я все равно должен ехать, потому что у меня надо встреча с императором. И вот так получается, он возвращается, встретили императора и его все убили. Легенда вот так закончена. И не совсем легенда, а теперь историческая история, вы можете посмотреть. И были вот такой генератор, и его точно вот так убили. Но сон, а это уже неизвестно. Все. Легенда закончена. Теперь возвращаться к нашим иероглифам. Сегодня я хотел первый рассказывать иероглифы. А это пу. Я, наверное, сюда выставлять. Пу, это шаг. Вы можно посмотреть это иероглиф. Пу. Можно посмотреть, как самое начало появится. Видишь, рисунок есть два пятка, да, остался. И самое начало тягуван, как они рисовали. Это как два пятка остался. И потом так изменили. Из вот этих шаг изменили форму. И потихоньку стало к нашей современной иероглифы, да? Но вообще немножко похоже, да? И что интересно, что с самого начала вот это иероглифы еще есть что-то похоже, а потом уже можно сказать стало как цели. Но и последние иероглифы, и которые современные, что мы сейчас опишу, вот этот шаг, пу, это уже без ключи, это называется уже сам по себе. Но мы можем, в принципе, поделить на два части. Вверху, если закрываем, только вверху смотреть, первую половину. Это ч, это значит остановить. А внизу, это шао, только не хватает справа сторону один каплика, точка. Мало остановить, это шаг. Следующие иероглифы, это цай. Собирать что-то именно на огород или растение, вы на руками что-то собирать. Видишь, здесь как рисовали, да? Вот здесь есть на руга, и вот так что-то захватили растение и поднимать. И рядом нарисованы самое начало тягуан, как не рисовали, тогда еще как рисунок немножко похоже вот это движение, да? И потом дальше наверху, то внизу конца уже сильно изменили, но все равно они похожи. Если мы посмотрите вот это иероглиф цай, вверху еще немножко похоже человек пальца, да? А внизу дерево. Это иероглифы дерева. Ну, конечно, мы не собираем руками вытащить дерево. Ну, это просто похоже. Вот так что-то доставать. Это сейчас дерево, а раньше это растение. Видишь, похоже, да? Следующие иероглифы. Это ц. Это черное слово или книга. Почему еще с черным словом или книга? Потому что каждый у нас про количество вещи нужно с черным словом ставить. Например, «Иго жен, и бен шу, и куай фэй зао». Например, да, один человек, один книжка, один кусок мира. На русский язык не нужно ставить
С чего не? Просто один что-то, да-да. На китайский обязательно нужно ставить один штука. Именно вот эта штука, каждый раз, к каждой разной вещи нужно поставить подходящие иероглифы. Видишь, ц, она похожа, какую-то длинную штуку и соединять. А почему вот так? Потому что то придумали бумага, мы на чем писали? Мы на тонкий бамбук. Разрезать вот такой тонкий-тонкий узкий и соединять с веревкой. Мы вверху внизу, а еще почему в китайской каллиграфии вот так писать? Потому что сохранили способ, как раньше, то бумага мы писали, потому что бамбука удобно вот так писать, каждый штучка вот так соединять вместе, да? И они форму похожи, видишь, вот такая штучка вместе и соединять. Поэтому сохранились. Вот так писать ЦХ. Так с тех пор вот это ЦХ, а это значит про книга, количество. Следующие иероглифы, это чан, иногда читается чан. Сейчас я объясняю. Когда, если читается чан, это значит растет, растут что-то. А если читается чан, это значит длинный или часто. Вы видите здесь рисунок? Рядом дедушка с длинными волосами. Еще эти иероглифы, как писали, да, дягуван, в самом начале, похож немножко, да, а потом уже изменили форму немножко, но все равно в современном еще сохранили тогда что-то похоже. Следующие иероглифы, это интересно, это иероглифы ч, машина. Вы можете посмотреть это рисунок. Видишь, прикольно нарисовали, да? Еще рядом есть тягуан, как люди нарисовали, именно прямо как рисунок, да? Это иероглифы. Но потом потихоньку изменили форму, остался только половина. Остался как сейчас форма. Ч, машина. А если традиционно, а еще вина немножко похожа форму, тележка. Да, ну тогда же нету как современная машина, она как тележка, да. Следующие, это иероглифы чэн, чиновника, советника, а еще значит согласиться что-то, значит я тебя слушаю, чэнфу еще. А почему рисунок вот так рисовали, видишь, человек гроза внизу смотрит, и именно гроза, видишь, да. Потому что у нас раньше, когда еще есть императоры, несмотря или чиновника, или советника, или кто-то, всегда, когда встретится императора, нельзя гроза, смотрит гроза. А это, если вот так смотреть, значит неуважение, или, может быть, хотят убивать императора. Очень неуважение, оно вообще... убить. Поэтому обычно чиновник или советник именно под всей голову и смотрит внизу. Из-за этого нарисовали иероглифы. Потом изменили. Прикольно. Следующие иероглифы. Тут же эти два звучит и два значит. Когда если читается чэн, чэн сян ру и, это значит что-то понравится. Когда читается чэн, значит свешивать. Вы можно посмотреть рядом рисунок, да, человека с рыба, хотели свешивать. Потом изменили на тягуэн, эти рука с похожей формы что-то. На самом деле это рыба. И потом изменили к современной, как мы сейчас писать вот так. А как сейчас писать, это можно сказать, потерять на
пополам. Слева чача и справа чача. Слева это растение, ключ. Например, что-то выращивается в поле, в огород. А справа ключ. Это читается R, значит ты или вы. Следующее это ч, зубы. Ну, логично, вы похожи, да? Рисунок так рисовали. И рядом иероглифы тягуван, тоже вот так. Хотя современные иероглифы, вот этот ч-сырный, изменился, но все равно что-то похоже, зубы, да? Это без ключа иероглифы сам по себе называется. Но все равно похоже, зубы. Следующие иероглифы это чом, червячки. Рисунок вот так рисовал, рядом тягувен, но похожи червячки, да? Интересно, что еще нарисовали два гроза. Но когда если традиционные иероглифы, они немножко сложно, там написано три червячки вместе. А когда упрощенный, остался один. Но все равно эти что-то похоже, да? Червячки. Все. Сегодня все. Я надеюсь, что вы понравились. Если что, какой-то вопрос, можно меня написать на комментарии. Я бы очень рада, хотела с вам пообщаться, обсуждать про иероглифы, история, а легенда души. Если вы понравится легенда, я могу в следующий раз еще расскажу что-то интересное про иероглифы, история или легенда. Все,再见.